Футбольный клуб «Луч Энергия» вновь сменил главного тренера. После поражения в последнем матче с Хабаровским СКА в отставку был отправлен наставник команды Константин Емельянов, который пришел на эту позицию в конце прошлого года. Исполняющим обязанности главного тренера «Луча» стал Александр Ушахин, который, к слову, уже управлял командой 2 года назад. Последние результаты команды нас не удовлетворяли. Необходимо было встряхнуть футболистов перед решающими играми первенства. Конец сезона команда проведет под руководством Александра Ушахина. Сейчас у нас одна задача – остаться в ФНЛ, о понижении в классе не может быть и речи. Сам Ушахин также отметил, что первостепенной задачей в последних 3 турах станет удержание клуба в футбольной национальной лиге. Напомню, что «Лучэнергия» не побеждает уже последние 12 игр. Приморцы за это время успели опуститься до 13-й строчки в турнирной таблице. Кубок России по гребле на байдарках и каноэ завершился в Краснодаре. За несколько дней на местной воде встретилось около 270 спортсменов из 28 регионов страны. По итогам соревнований в копилке Приморья оказались 1 бронзовая, 4 серебряных и 5 золотых медалей. В последний день гонок самым высоким результатом отметился 12-кратный чемпион мира Иван Штыль, который стал лучшим в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. К завершению кубка отличились и гребцы, представляющие Приморский край по параллельному зачету. Награды различного достоинства заработали Кира Степанова, Алина Алмакаева и Николай Червов. Стоит отметить, что по итогам этих стартов будет сформирована сборная России для участия во 2-м и 3-м этапах Кубка мира, которые пройдут в Венгрии и Сербии соответственно. Хоккейный клуб «Адмирал» поменялся игроками с омским «Авангардом». Приморцев покинул нападающий Михаил Фисенко. 26-летний форвард провел в составе моряков 2 сезона. В 38 матчах минувшего сезона он набрал 12 очков. По словам руководства, Фисенко был продан «Авангарду» в связи с непростой финансовой ситуацией в клубе. При этом из омского в Владивосток прибудут 2 новичка – 20-летний нападающий Тигран Манукян и 21-летний защитник Иван Мищенко. Оба новобранца в прошедшем сезоне выступали в ВХЛ за фарм-клуб «Сарарку». Напомню, что игроки «Адмирала» находятся сейчас в отпуске. Новый сезон начнется только 21 августа. В качестве одного из этапов подготовки приморцы примут участие в Кубке президента Казахстана с 6 по 12 августа. Максим Яковлев, новости спорта на 8.